Так, здоров, короче, чуваки, с вами Фак Шоу. В общем, я играю на сервере Stage Roleplay. В общем, я сейчас сижу в тюрьме, но когда меня выпустят, я покажу вам все фишки. Ну, не все, по крайней мере, те фишки, которые доступны мне. Я вам покажу и, в общем, расскажу, объясню, что тут как. В общем, когда меня выпустят, продолжу. В общем, я вот позвонил лидеру, как это сказать, короче, новостей CNN. И вот мы с ним договорились, чтобы я приезжал к ним в студию. В общем, когда я приеду в студию, сейчас надо проверить, кстати, сколько мне осталось сидеть. Так, как это проверить? G-time. 465 секунд. В общем, через это время я вернусь, и мы продолжим. Ах да, чуваки, кстати, одну фишку я вам могу показать, и сидя в тюрьме, прописываем команду /mm, потом настройки, вид от первого лица. В общем, вот. Смотрите, чуваки, как это круто. Прикольно так. В общем, вот это первая фишка сервера. Вид от первого лица. Вот такой вот у нас вид. В принципе, он не до конца еще доделанный, но... Не знаю, все равно нормально. Не знаю. Ну, я никогда не встречал такого на других серверах. Во, по идее. Круто. А, вторая фишка. Кстати, вот, если б не, высветился по идее, то я так бы и не показал бы вам ее. Пишем команду time. Для этого надо купить часы в магазине одежды. Дата ООЦ. 5.1.2015. Это сегодняшнее время, вот, и сегодняшняя дата. Дата игровая. 12.9.1992 год. 11:45. Круто, чуваки. 92-й год на дворе. Прикольно так. В общем, ну остальные фишки я уже покажу, когда выйду. 9, 7, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1. Есть, все, чуваки. Вот я вышел из тюряги. И теперь мы можем начать полноценную серию. Не совсем полноценную. Нам надо еще как-то отсюда выбраться и найти... То, на чем мы будем, собственно, выбираться отсюда. Так, выходим на улицу. Надеюсь, нам повезет, и мы найдем какое-нибудь транспортное средство, которое. На котором мы можем. Как сказать. Короче, кататься. В общем, будем искать транспортное средство. Вот так вот. В общем, вот, чуваки, мы. Пришли на парковку машин, арендовываем машину. И так, теперь первая фишка. Нажимаем на русскую букву Т или на английскую букву Н, и мы видим, что в чате пишет: вы пристегнули ремень безопасности. Вот чё, чуваки, видите? Здесь можно пристегивать ремень безопасности. Так, в общем, работает схема тачки такая. Нажимаем на русскую букву N. Видим, двигатель можно включить, фары, двери, ограничитель. Так, двери закрываем. И все. Отправляемся теперь на гору, типа, новостей. В общем, так, да. Гору новостей. Вот так. Пусть будет так. И посмотрим, может, нас... Примут. Вроде бы я договорился с каким-то парнем, что... Ну, он сказал, чтобы я приезжал к ним в... Как это сказать? В офис, короче. И он поговорит со мной. Может, мне повезет, и я уже буду работать. Ах, да, еще, кстати, забыл сказать, что я уже получил 3-й левел здесь. Вот. Джеймс О'Коннор, 3-й левел. Вот так вот. Так, давайте немножко... А, нет, здесь мы никак не проедем, придется объезжать. В принципе, тут недолго объехать. Заработал вот 10 тысяч. В принципе, экономика здесь, ну, так себе. Тут жилья вообще нету свободного. Здесь квартиры есть, но об этом попозже, чуваки.
Это офигенная штука, квартиры. Но это как в реальной жизни там все. Ну, в общем, ладно, не буду заговаривать. Покажу вам лучше это. Как вот сейчас ездим в клуб вот этот новостей, в офис, точнее, не клуб, офис новостей. И если все будет так, как я задумал, и нас возьмут в новости хотя бы охранником или кем-нибудь, то после этого я уже радостно поеду и покажу вам, собственно, саму квартиру. Так, в общем, глушим двигатель, выходим и прописываем команду... Ой, такую команду мы не прописываем. V-log. Так, вы открыли. Вот, все. Вы закрыли двери транспорта. Заходим в San Andreas News. И... Вот, какая тут... как тут оформили, все классно. Так. Что ж, проходим вовнутрь. Стоять. Да. Какие-то проблемы. Я звонил вашему начальнику. Вот так. Вы не могли бы его позвать? Мы договорились о встрече в офисе. Вот так вот. Здесь много людей. Нет, это ваши дела. И что мне? Кричать на весь офис? Ой. Весь. Его здесь нет. Хорошо. Я подожду. В общем, вот такой вот попался парень. Грубый такой. Так, что ж, я вроде помню номер этого чувака. Пишем call 302-302. Вот так. Алло. Это снова я, Джеймс. Я приехал в офис. Вы где? Сразу приготовим. Так, почему-то он не берет. Вот у меня, гляньте, какой телефон классный, золотой такой. Вроде третий левел, а уже как отец. А вот и он. Вроде бы. Здравствуйте. Добрый день. Я Джеймс. Я вам звонил. Да. Именно. В общем, сейчас, я так думаю, нас будут проверять на то, как мы, как я точнее знаю, РПМ. Так, вот. Вообще, маппинг такой четкий на этом сервере. Так, он детальный такой именно. Ну, вообще, это надо видеть своими... Здравствуйте, представьтесь. Я Джеймс. Джеймс О'Коннор. Вот так вот. Я Джеймс. Джеймс О'Коннор. Документы ваши можно? Да, конечно. В левом кармане. А, давайте пусть будет штанов. Лежит паспорт. Вот так. Мисс.
сунув руку в карман, вынул паспорт и передал человеку напротив. Вот, ой, вот, держите мой паспорт. Так, сейчас подождем, пока он отыграет РП. А, кстати, еще здесь передача денег и паспортов. Вот, вы видели сами. Я зажал правую кнопку мыши и русскую букву R. И вы сами видели, что произошло. На редактора подавали, да? Да-да. На редактора. Сейчас, вот, я просто на форум заходил и писал там заявку на редактора. Так. Ну, давай же, чувак. Давай, я верю в тебя. Отредактируй какую-то хату, в ЛС бабки есть. Ладно, так. Недвижимость. Куплю дом в городе Лос-Сантос. Блин, где это? Вот. Цена договорная. Вот так вот. Ну, вроде бы на Калифорнии и так редактируют. Не знаю, как здесь. Ну, я думаю, не сильно, но отличается, если что-то мне как-то исправит. Ну что? Правильно. Спрашиваем у этого парня. Ну что, правильно я отредактировал объявление или нет? Недвижимость пишется. Ой, сори, я просто быстро печатал. Испыт, короче. Испытательный срок, короче. Ну хорошо, меня это устраивает. Это я должен, наверное, прописать, да? В увал. Все. Я уволился с работы. Ах, да, я работал. Во, теперь вы состоите в Сандрес FM на должности редактор. Спасибо, парень. Так. А можно скин? Переденьте, сидите и за работу. Конечно. Ах, вот гардероб. А, я... Ух ты, как круто, я еще могу и выбирать. А, вот это. Все. Классно. Так, заходим, наверное, в студию. Вот, гляньте, тут конопля растет, марихуана или что это такое. На студии прям. Так вообще круто. Вот вы... Ну, блин, чуваки, у меня просто нет слов. Вы сами посмотрите, какой здесь маппинг. Это просто божественно, чуваки. Это просто офигенно. У меня просто нет слов. Так, пишем, короче, команду R Channel. А, вот, с двумя L. 22, с Андресов. Вы переключили рацию на 22 канал. Ух ты, как круто, здесь есть еще и каналы раций, и каждая типа
группировки своя, типа, я так понял, свой канал на рации. В общем, еще одну фишку вам сейчас показываю. Нажимаем на русскую букву N, и у нас высвечивается вот такая вот табличка. Вот показывается наше количество денег, вот где... Ой, блин, сейчас повернем вот сюда, вот так. Вот показывается количество наших денег, показывается телефон, это ключи от машины, отмычки от машины, сигареты, пиво, баскетбольный мяч, часы, очки, маска, водительское удостоверение и кредитная карточка. Чуваки, тут надо ехать в банк и короче, заводить себе карточку. Я настраиваюсь на работу. Вот так. Чтоб отстал от меня этот парень. Вот это тот, походу, который мне хамил. Так. Надо ехать в банк, получать карточку, делать пароль на ней. Ну, в общем... В общем, у меня нет слов, чуваки, просто надо заходить на этот сервер и самим смотреть, что здесь да как. Так, я так понимаю, что... А у меня кризис, да, есть? Ух, да. А как мне редактировать сообщение? Надо посмотреть... Команды сервера. А, как, через help, наверное? Help. Здесь нету. Я нашел место, начинаю эфир. А, это ведущий. В студии пришло новое объявление и ожидает проверки. А ну-ка, давайте попробуем. Вот так вот еще раз. Ваш текущий канал новый. Ой, чё? 22. А как же отредактировать? Давайте попробуем. Ask, по-моему, вот так вот. Ask. Как отредачить объяву? Ом. Круто. Ом. Объявление. Объявление номер один. Посмотреть. Работает автомастерская ЛВ Трансфер. Да, понятно. Это, наверное, разное или что? Бизнес, может. Или недвижимость. Ладно, пусть будет. А, реклама это. Реклама. Работает автомастерская ЛВ Трансвендор. Вендор. А, блин. Отправляем. А, нельзя отправлять объявление во время эфира. В общем, все понятно. Значит, я отправляюсь и покажу вам, в общем, про то, что я рассказывал, квартиру. Так, вот это вроде бы наша машина. Влог. Да, это наша машина. Садимся в нее. Мы пытаемся завести двигатель, пристегиваем ремень безопасности и все. Отправляемся в подъезд, в любой, самый первый. Они тут, в принципе, недалеко. Я сейчас к ним подъеду и покажу вам. Вы просто офигеете, чуваки, насколько это крутой сервер, насколько он проделанный. Маппинг здесь такой вообще круто, в общем. Правда, античит здесь очень слабенький стоит. Античит тут называется администраторы. Если б был античит, было б вообще классно. Я вот когда работал на работе, то там несколько читеров было. Я писал в репорт, но администраторы почему-то это игнорили все.
Не знаю. Если бы установить античит, мне кажется, им было бы легче даже справляться с читерами. Вот, забанили уже двоих читеров. В чате видно. Администратор забанил двоих. Так, едем по прямой. Сейчас сворачиваем направо. Вот так. Так. И, в общем, мы с Марио думали, ну, точнее, я подумал и предложил ему, вот он еще не ответил, снимать про все фракции на этом сервере. У каждой фракции здесь, я так понимаю, свои какие-то фишки. И рассказывать вам, показывать все эти фишки. Ну, в общем, чтобы вы знали, что это за сервер. В описании, конечно же, я скину IP. Так что заходите, чуваки. И огромная просьба, указывайте мой ник. Ну, там будет окошко такое, кто пригласил, типа. Я попрошу вас, чтобы вы указывали мой ник. Просто денежек мало. Ник свой я тоже скину. Ну, в принципе, что его-то скидывать? Вот он, Джеймс Коннор, но я все равно скину. Может, кто-то, не знаю, не знает, как пишется. Да, кстати, чуваки, вот это вот на радаре, это не... Это дома... Короче, это квартиры. Все, глушим тачку нашу. Она у нас вроде бы была закрытая. И вот зайдем сначала в один подъезд, а потом в другой. Чтобы вы просто это видели. Так, вот подъезд. Заходим сюда. Маппинг охрененный. Вот ключи висят на стене, чуваки. И вот самая офигеннейшая вещь. Нажимаем на первый этаж. Закрывается дверь лифта. Закрываются двери лифта. И смотрите, что сейчас произойдет. Они сами открываются на первом этаже. И здесь квартиры. Так можно подняться на второй этаж и на улицу. Поднимемся на второй этаж, а потом спустимся на улицу. Только он немножко вот здесь как-то баганный вроде бы. Видели, меня немножко дергало тут по сторонам. Вот. Так, сидем. Вот, открытая квартира. Входим в квартиру. Вот такие вот квартирки. В холодильнике можно готовить еду. Потом вот здесь можно спать. Кстати, если нажать на букву N, то мы видим уровень, ну, насколько мы наелись и насколько у нас усталость на 769. В общем, встаем с кровати. Вообще так реалистично все. И гардероб можно переодеться. Но я не могу здесь переодеваться, потому что это не мой дом. И, ну, в общем, заходим в лифт и спускаемся на первый этаж. Сейчас я вам покажу второй подъезд. Там тоже, в принципе, лифт точно такой, только там немножко другое оформление самого подъезда. Я вам лифт не буду показывать, я покажу просто, как сделан подъезд. Так, вот, поднимаемся повыше. И заходим. Та-дам! Как реальный подъезд, парни. Смотрите. Граффити везде так все. Даже почтовые ящики вот есть. Ну и вот сам лифт. Ну, лифт я уже говорил, показывать не буду. Так. Ну, в общем, чуваки. Думаю, на этом я закончу серию. Кому понравилась серия, ставьте лайк. Кому понравился сервер, ставьте лайк. Подписывайтесь. Указывайте мой ник и приятной игры на сервере. В общем, с вами был Фак Шоу. Всем удачи, всем.